Здравствуйте, вы смотрите программу «Открытая книга». Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня мы беседуем со священнослужителем Виталием Вальтеровичем Кистером. Виталий Вальтерович, здравствуйте. здравствуйте. Я рада вас приветствовать. Итак, сегодня у меня такой вопрос: как отличить истину от заблуждения? Сегодня очень многие духовные учителя и многие церкви предлагают нам истину. Они претендуют на то, что истина у них. Как действительно понять настоящую истину, они говорят, или это их придуманное человеческое учение, на чем оно основано. И есть также такие ситуации, когда, например, люди говорят, вот Бог мне открыл, Бог мне что-то открыл, Бог мне сказал, иди туда, делай то, учи тому или иному. Вот как понять, действительно ли им Бог открыл? Или это какие-то просто их домыслы, а может быть, иногда это и душевные, и психические болезни. Расстройства. Да, расстройства. Хорошо. Угу. Ну, давайте мы с вами начнем с Писания. Мы прочитаем один текст. Мне кажется, он очень важный для того, чтобы мы могли понять, каким образом нам критически мыслить, как нам отделять правду от лжи. Я приглашаю вас открыть книгу пророка Исаи, книгу пророка Исаи, восьмую главу, и мы с вами прочитаем двадцатый текст. В прошлый раз мы с вами говорили, и я приводил пример, когда апостол Павел, даже, а даже апостол Павел, придя в одну из церквей, проповедуя им Евангелие, проповедуя им истину о Боге, он заметил, что люди той церкви, в которую он пришел, или той общины, в которой он проповедовал, они не отнеслись просто с слепым доверием к его словам. А все, что он говорил, мы читаем, они проверяли на основании Писания. То есть они обращались к Слову Божьему. И вот вот этот текст, Исаия 8 глава, 20 стих, мы читаем к чему нас учит Бог, к чему Он просит нас обращаться, чтобы мы могли проанализировать. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. То есть, если люди вам что-то говорят, что-то предлагают, претендуют на то, что у них свет от Бога, истина от Бога, то Бог приглашает нас обратиться к закону и откровению. То есть, он, он предлагает или приглашает нас обратиться к Слову Божьему, к Писанию. Посмотреть на основании Слова Божьего, истина это или нет. Ну давайте за пример возьмем а, тот случай, о котором вы а, говорите. К примеру, человек говорит, мне Бог сказал, что мне нужно развестись. Вот жили, жили вместе они, жили, жили, прожили 40 лет, но он вместе, а, я не знаю, достигли... Может, средних лет, может быть, достигли уже э, такого периода начального старости. И вот мужчина вдруг говорит, мне Бог сказал, что мне надо бросить свою жену. Все, мне нужно с ней развестись. И жениться нужно на другой. Но ну, как вы думаете, старше, чем он? Моложе. Моложе, да. да, гораздо моложе, понимаете? Э, вот Бог предлагает. Ну, конечно, это я утрирую. Но мы должны понять, что иногда мы встречаемся в своей жизни и с такими ситуациями. Я как пастор тоже встречался в такой ситуации, когда мне человек говорит, мне Бог сказал, мне нужно развестись, потому что с женой у меня ничего не клеится. И вот Бог говорит, обратись к Библии, если не говорит, как это слово, так нет в них света. И вот давайте мы просто как пример попытаемся проанализировать, Бог мог сказать этому человеку или не мог сказать этому человеку, чтобы он развелся и женился на другой женщине. Откроем мы вместе с вами Евангелие от Матфея, 19 глава, 6 текст. «И сказал э, посему, оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». И дальше мы читаем. «Так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, то человек, да, не разлучает. Бог говорит... Слове своем, что прилепится один человек к другому, муж-жене, и будет двое, как одна плоть, как одно целое. Более того, в Библии даже написано, что сотворил мужчину и женщину, человека сотворил по образу и подобию своему. То есть человек в Библии назван, это не мужчина-человек и не женщина-человек, это двое человек. Человек называется, это мужчина и женщина. Вот. И дальше написано, что Бог сочетал, того человек, да не разлучает. Мог Бог говорить э, слова такие, разводись. Если Иисус mm -hmm. говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Я вообще не представляю, как, если бы даже Бог это сказал, каким образом Он это мог сказать. Ну Прямо ему пришлось есть, бы, понимаете, Бог никогда не изменяется. Голос прозвучал. Только через Писание. Мне Ты... кажется, что людям, если вот они говорят, Бог мне сказал, у меня всегда это вызывает вопросы. Даже если Бог не говорит, разводись с женой, я думаю, каким образом, почему люди поняли, что именно Бог им это говорит? Вот Евангелие от Иоанна, в Новом Завете, Евангелие от Иоанна, мы читаем с первой главы. В начале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. То есть, если мы говорим о том, что Бог что-то говорит каким-то образом, люди говорят: мне Бог сказал. То вот именно Евангелие от Иоанна открывает, что Божье Слово это Писание, это Библия. Слово также назван Иисус Христос. И если Бог человеком говорит, он ну, человек говорит: со мной Бог разговаривает. Бог говорит словами Писания. Он никогда не будет противоречить сам себе. Если Бог однажды что-то сказал, в Библии написано, я Бог, я не человек, я не изменяюсь. Слово мое сказано однажды, оно никогда неизменно. Вот давайте мы с вами обратим особое внимание, почему именно Слово Божье является критерием. Ну почему Слово Божие начинается, называется критерием для того, чтобы мы могли определять, истина это или нет. Вот 66 книг, писания, они называются канонические. Вот если мы откроем, в начале во главе написано Библия, книги Ветхого и Нового Завета, каноническое, канонические писания. Что значит само слово «канон» в русском языке? Или откуда берет свое начало слово «канон»? Каноном был такой инструмент измерительный. Ну, Пусть, давайте мы его длину, я не помню там точно в сантиметрах, там, по-моему, 80 с чем-то сантиметров. Давайте определим эту э, трость. Это была тросточка uh -huh. длиной примерно метр. И ей пользовались в магазинах ну, во время обмена товаров, при покупках, uh -huh. при продажах. Допустим, землю продавали, uh -huh. или там ткань продавали, или кожу продавали. Что бы ни продавали, всегда мерили каноном или весы. Uh -huh. было, было два измерительных э, ну, прибора. Одни из, один из них ⁇ канон. И вот брали, к примеру, канон. Вот это метр. Это определенная линейка. Она определяла такую-то длину. И вот если я вам говорю, у меня, я хочу продать вам участок 3 метра длиной. Я брал вот этот канон и проверял. 3 метра там или сколько? 3 канона этих. Uh -huh. И таким образом писание своего рода линейка, на основании которой вы проверяете всю информацию, которую вам говорят. Uh -huh. То есть если вам человек что-то говорит, а этого нет в писании, или противоречит Библии то, что говорит вам человек? В этом у этого человека нет света. То нет. есть в Библии не сказано о том, что вы можете по любой причине, когда захотите, развестись с женой. Нет. Этого не сказано. Нет. Значит, следует вывод, что Бог этого не мог сказать, да? Да. В Библии написано, что единственная причина, по которой человек может разводиться, это вина ну, так скажу, предательство одной стороны, неверности супружеской. И еще одна причина, по которой Христос говорит, что вначале не было так, но по жестокосердию вашему Бог дал Моисею разводное письмо. То есть, когда человек уже, физическое насилие, угнетение, эмоциональный пресс, тогда человек может развестись. Ну, когда, допустим, одна сторона в другую доводит. Там, угу. Понимаете? Угу. Вот, тогда можно человеку развестись. Опять же, это не, как за, это не как повеление Божие, а как безвыходная ситуация. Ну, обычно разводы просто так же тоже не происходят. Да. Чаще всего они случаются уже после того, как перессорились, мириться не хотят, друг друга уже видеть не могут. Но вот это и есть, да, довели друг друга, или кто-то кого-то довел. Да, или, допустим, вам человек говорит, следуйте за мной. То есть я... Новый Мессия и так далее и тому подобное. Мы же знаем много mm -hmm. в, в нашем мире людей, которые выдают себя за тех, кем не являются. И если вы хотите проверить, то есть вам э, Бог призывает вас, не то что вы хотите проверить, Бог призывает вас критически относиться, не критиковать человека. Мы с вами говорили, что, знать, кричи, что значит критически относиться. Это значит уметь отделить истину от лжи попытаться посмотреть, о чем вам человек говорит, попытаться проанализировать его в свете Библии. И что-то сказано об этом, что он говорит в Библии. Почему именно в свете Библии? А потому что еще в книге Псалтырь, 118-й Псалом, Говорит нам о том, что именно Библия является источником света, который просвещает человека, который освещает его путь. Псалом 118, -й. 105 стих. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Итак, мы видим, что Слово Божье является критерием. Но, знаете, вот интересно, на что бы я еще хотел обратить внимание. Угу. Дело в том, что любой верующий человек, какой бы деноминации он ни принадлежал, он всегда апеллирует. Словом Божьим, правда? Ну, То есть он, он да, да, всегда ссылается на Писание, всегда ссылается на Писание. Ну, к примеру, если люди не могут дома в мире жить, ну семья не может, часто вот анекдоты рассказывают на тему тещи любимой. Ну, к примеру, живут под одной крышей, и вот взять никак не может ужиться с тещей. И он ссылается на библейский текст, который говорит так: враги человеку Домашний. Домашний его, видите? То есть может найти библейский текст, которым оправдывает э, ту или иную ситуацию. Поэтому, когда мы говорим о каноне, вот я не случайно заметил, что именно канон является мерилом. Не какая-то часть Библии является мерилом, потому что многие верующие ссылаются только на часть Писания, берут за основу, допустим, там, только Евангелие, Новый Завет берут за основу. Но каноном называется вот этим измерительным прибором на основании которого можно проверить истинность э, происходящего, истинность заявлений, является вся Библия, от книги Бытия до книги Откровения. Но получается для того, чтобы понять, обманывают себя или говорят себе правду, нужно прочитать все священное Писание. Мало того, нужно понять его. И не, То есть, и, так не, если не человек раз. сам прочитает, сам все поймет, он уже сам будет, ну, чуть ли не богословом. А если речь идет о человеке, который только вот начинает свой да. духовный путь, его получается очень легко обмануть. Легко. Откуда я знаю, где там что может быть написано на эту тему, если я только-только вот начал открывать эти страницы? Ну, вот это, ну это истина, так как нам не прискорбно человека очень легко обмануть, если он чего-то не знает, ему легко. Извините за такое выражение, на, лапши на уши навешать, и он поверит сказанному. Потому что людям свойственно доверие, они как бы ну, доверчивые. Mm -hmm. Помните, мы говорили с вами о том, что средства массовой информации, кто, кто владеет средствами массовой информации, то, тот владеет ну, народом, тот правит народом. Потому, потому что люди вот, доверчивые существа, они доверяют. Но задача Бога как раз заключается в том, когда он обращается через апостола Петра, он говорит, что нам нужно научиться критически мыслить. Даже если вас вначале обманули, но я сегодня приглашаю вас открыть всю Библию, открыть весь канон и в свете всего Писания посмотреть, ну, к чему вас призывают, к чему, о чем вам говорят, что вас приглашают делать. Может получиться так, что вы принимаете участие в делах, которые Богу не нравятся, или которые Библия осуждает. Должен ли кто-то помогать нам толковать священное Писание? Далеко ведь не все там понятно. А если опять же выбрать себе такого, ну, наставника духовного, ну, откуда мы знаем, во всем ли он прав? Как ему доверять? Мы встречаем в Слове Божьем, опять же, видите, это, если мы говорим о критерии Писания, mm -hmm. то мы встречаем в Слове Божьем, когда эфиоплянин приезжал в Иерусалим на Пасху, и вот обратно он ехал, он читал Писание, он пытался вникнуть, что там написано, и вот он встречается с Филиппом, и Филипп спрашивает, разумеешь ли, что написано? И он отвечает, как могу разуметь, если кто не наставит меня? Mm -hmm. И Филипп начал ему изъяснять... То есть Филипп начал ему изъяснять, и мы читаем, в Библии там написано, начал от пророков. То есть, если ваш наставник пользуется при изъяснении вот того, что вам непонятно, от книги бытия каноном, до книги Откровения. То есть, вот он все по Библии. Да, да, читает, да, да. Он да? ссылается на Писание, потому что uh -huh. Филипп изъяснял от пророков до э, того события, которое произошло в Иерусалиме, uh -huh. до распятия Христа. Потому что во время распятия Христа еще не было Нового Завета. Новый Завет написан был впоследствии. Но он тоже признан Писанием, он признан каноном. Uh -huh. И поэтому раньше апостолы ссылались на вот этот канон, на эту часть Библии но Ветхий Завет, так называемый. Uh -huh. Сегодня же мы имеем и Ветхий, и Новый Завет. То есть это является каноном. Если ваш наставник, я согласен, что в начале вашего духовного пути вам, может быть, и потребуется наставник, но вы должны опять же критически мыслить, критически относиться к этому наставнику. Не критиковать его, а смотреть, чем он пользуется при изъяснении того или иного э, текста Писания. А если это какие-то духовные книги, другие, например, некоторые люди говорят, непонятно то, что в Библии написано, потому что написана она была давно. Язык другой, реальность была тогда другая, другая культура, другой менталитет людей. Поэтому для того, чтобы понять некоторые отрывки священного писания, нужно либо святых отцов читать, uh -huh. либо каких-то других авторов, которые тоже писали очень много духовной литературы, свои размышления, свои толкования. Что вы на это скажете? Дело в том, что вот почему Библия называется Словом Божьим? обращенным к каждому человеку. То есть Бог обращается к каждому человеку. Если Бог обращается к каждому человеку, я думаю, что Бог говорит на языке, на таком, который будет понятен этому человеку. Я думаю, что Богу легче достучаться до нашего сердца, сознания, чем любому другому автору. Да, мы можем с авторами где-то, у нас может быть созвучно нам мышление, мировосприятие, нам понравится один автор, и с другой стороны нам совершенно не понравится другой автор. При этом я хочу задать вопрос, а где гарантия, что тот автор, который вам понравился, он говорит правит, правду только потому, что он вам нравится? Или тот автор, который вам не нравится, вы не читаете его, и где гарантия, что он говорит ложь? То есть может быть все наоборот. Тот, который вам нравится, он обманывает вас, а тот, который говорит неприятные для вас вещи, может он правду говорит. На что бы я хотел обратить внимание? Если мы говорим про каноны писания, то Библия написана многими авторами. То есть если говорить о непонятности Слова Божьего, то я бы порекомендовал, посоветовал человеку прочитать всю Библию. Некоторые места писания ему будут непонятны, но Библия написана разными людьми из разного сословия. Кто-то ученый был, кто-то пастух был, кто-то был царем, кто-то был землепашцем. То есть это были разные люди, и Бог именно избирал разных людей, чтобы это было понятно кому-то. Вот, допустим, вам понятен высокий язык, к примеру, того же мудрого царя Соломона. Мне он совершенно непонятен. Ну, я как образ привожу, mm -hmm. допустим, а мне понятен простой язык пастуха Давида. Поэтической натуры, очень много написано в книге притчи, то есть притчи Давид передает. И мне вот такая информация больше нравится, то есть она больше меня трогает и больше мне наложится на сердце. Поэтому я советовал бы вам в любом случае, я не, не против того, что вы будете читать каких-то авторов, но читайте Библию. Но при этом помните одну интересную вещь. Вам нужно всю информацию, все равно, даже если вы читаете какого-то автора, проверить на основании Писания. Это первое. А второе, на что бы я обратил ваше внимание, на то, что Слово Божье никогда не было написано желанием человека. То есть по желанию просто человека. Он написал и все. А Слово Божье было написано под вдохновением и водительством Святого Духа. Поэтому прежде чем читать Библию, помолитесь. Но ну, попросите у Бога, чтобы Бог вам открыл, что Он хочет до вас донести, или чтобы Бог помог вам через Писание вот увидеть э, ту информацию, которая вас окружает, которая вас касается, да, которую, через которую пытаются до вас достучаться люди. Uh -huh. Вот это, это uh -huh. еще один критерий, через который мы должны использовать для того, чтобы критически мыслить, отсеивать mm -hmm. правду от лжи, это Слово Божье. То есть вы призываете лично читать каждого священное писание, каждому включать голову, так скажем, mm -hmm. да? Mm -hmm. И, в общем, это должен быть личный опыт, ну мой, допустим, mm -hmm. да? А как же тогда церкви, сообщества верующих, где например священник поясняет какие-то тексты mm -hmm. священного писания а, ведь ну священники они тоже ну, не застрахованы от того чтобы mm -hmm. что-то понимать ну, неправильно например, Сегодня я понимаю, что это неправильно, а завтра я понимаю правильно. Есть еще, если все люди ошибаются, священники, наверное, тоже от этого не застрахованы. Получается так, что приходя в церковь, мы автоматически, ну, подвергаем свою духовную жизнь риску, поскольку нам могут что-то неверно сказать. Так лучше тогда каждому сидеть дома, читать просто священное писание и не ходить в церковь и не слушать, что там говорят. А видите, если мы берем за если мы берем Библию за основу, то мы читаем, что да не будет у вас обычая, как есть у некоторых, которые покидают собрание свое. Наоборот, Библия, Слово Божие приглашает людей приходить в сообщество верующих. Потому что, когда мы находимся в сообществе верующих, вот одна, знаете, есть такое выражение, одна голова хорошо, а три головы лучше. Угу. И если мы все исследуем Писание, если мы все открываем Библию, если мы пользуемся каноном, то при множестве советников дело состоится, то есть это это лучше, когда люди все вместе находятся. Но я с вами согласен. Есть просто еще один критерий, когда вы говорите о священниках или о людях, которых Бог уполномочил э, людям раскрывать истину. Э, есть один критерий, который мы тоже должны брать как э, источник провер... проверки истинности сказанного. Э, это называется э, Свобода. Так. То есть насколько mm -hmm. то, что вам говорят, лишает вас свободы. Насколько то, что вас предлагают делать, идет в разрез вашей свободы. То есть. Ну, давайте, в каком смысле? Объяснить. Вообще, библия это она, в общем-то, хорошо свободу ограничивает, я бы сказала. Нельзя делать то, нельзя делать нет, это. Нет, 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 не нет. вкушай, не смотри, не делай и это? стань святым безгрешным. Uh -uh. Смотря, с какой стороны на это смотреть. Uh -huh. Наоборот, в Библии написано, что мы к свободе призваны. Это да. То есть мы призваны. Призваны к свободе. То мы к свободе. <свободе> а, вот, Только вот, смотрите, вот много чего делать нельзя все-таки. А ну, я хожу в спортзал. Мне нравятся физические упражнения. Мне нравятся физические упражнения. И мне нравится вести здоровый образ жизни. Очень нравится. Мне нравится сохранять себя ну, таким здоровым. И я понимаю, что после 6 часов кушать мне вредно. Ну, я как пример это привожу. И я не ограничиваю себя, я не заставляю себя, так, после шести мне есть, нельзя ни в коем случае. То есть, если я все понимаю, если мне нравится здоровый образ жизни, если моя жизнь размерена, если моя, мое питание, оно выверено, ну, грубо говоря, да, то есть я знаю, что мне нужно на завтрак, что мне на обед, что мне на ужин, это ж не ограничивает меня, это мой выбор, я хочу это делать. Я могу это делать, вы знаете, ну, если говорить уже о спортсменах, uh -huh. я могу даже это делать с большим фанатизмом. Uh -huh. То есть это смысл и цель моей жизни. Ну, то есть, да, вы ставите а, цель, вы понимаете, да, зачем это человек. все делается. Когда uh -huh. мы говорим о законе Божьем, закон меня не ограничивает, он меня оберегает. Мне хочется закон соблюдать, понимаете, потому что я понимаю, что мне хорошо от того, что я соблюдаю закон. Там, мужья, любите жен своих. Я понимаю, что если я люблю свою жену, она будет любить меня взаимно. И меня это не ограничивает, понимаете? То есть, смотря с какой стороны я на это смотрю, речь идет не об, этой, не об этом именно, не об этой свободе. То есть любой верующий человек, он свободен, и он прекрасно понимает, что Бог его призвал к свободе и дал ему свободу. И человек делает свободный выбор, следуя за Богом. Речь идет о другом. Ну, к примеру, вот мне не хочется заниматься благотворительностью. А вы мне говорите, ты должен заниматься благотворительностью, а мне не хочется. Uh -huh. Помните фильм "Собачье сердце"? И там профессор Преображенский к нему приходит группа людей, просят его, чтобы он поделился комнатой какой-то. Uh -huh. И вот он yeah. им отказывает, позвонил куда-то, ему им сказали до свидания. И вот эта женщина говорит ему: "Купите журналы там в помощь детям Германии". Uh -huh. Он говорит: "Не хочу". Uh -huh. Она говорит, вы что, людей, детей не любите? Он говорит, люблю. Ну так купите журнал, не хочу. Uh -huh. и, а она не может понять, почему он не может купить uh -huh. э, журнал. Вроде uh -huh. он же любит детей, должен же купить журналы. Вы не любите пролетариат, uh -huh. не люблю. То есть, понимаете, вот когда мы приходим в церковь, когда мы приходим к Богу, то Библия, то же Слово Божие, говорит, что Бог каждому дает свой талант и свой дар. И когда вас человек куда-то зовет, куда-то приглашает, будь то пастор или какой бы духовный лидер или наставник, если это против ваших желаний, вы, вот он говорит, вы должны быть благотворителем. А вы, может быть, гостеприимный человек. То есть вы не хотите быть благотворителем где-то там, а вы хотите купить что-то, накрыть хороший стол, пригласить гостей. И то, что к чему он вас призывает, это противоречит вашему внутренним вот этим позывам, которым Бог вас призывает. Будьте уверены, что это не для вас весть. То есть спокойно вы можете сказать, это не для меня то, что он говорит. Но это не говорит о том, что это не будет для кого-то. Mm -hmm. То есть вы для себя. То есть вы должны... имеете в виду, что в соответствии со своими способностями да, да. можно делать что-то доброе для да, меня. Да, да, да. Ага. То есть в соответствии с теми дарами, которые у вас есть, если вы научитесь критически мыслить и воспринимать критически то, что вам говорят э, духовные наставники, то вы выберете для себя именно тот путь жизни, тот путь служения, который приготовил для вас Бог, и вы будете очень счастливым человеком. Mm -hmm. А если вы будете просто слушать, что вам говорят, и делать, что вам, э, что они вам говорят. Э, в ущерб своей свободе, то вы будете несчастным человеком. Понятно. Виталий Вальдорович, я благодарю вас за время, проведенное здесь, за ваши ответы. Спасибо. спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Вы смотрели программу Открытая книга. Всего вам доброго. До свидания.